Боже, помилуйся. 12.04. Буде 3.49, а 19.00. Слова 5 предложений, которые мне написал Пономарёв, в случае, если бы я их не сказала, вы прекрасно знаете, были все эти все показания, были бы расстреляны мои ноутбуки. Что придите на референдум, чтобы за вас никто не проголосовал, с праздником 9 мая. Точка. 318 раз в обвинении мне написали террористическая организация ДНР. И все 318 раз я ее создавала. Она, оказывается, не создана, ее нету вообще. Мало того, что они написали, что я ее создала уже в марте месяце вместе со всеми остальными. Хотя по Википедии она создана, ДНР, просто ДНР создана 7 апреля. А я уже в марте ее, кажется, создала. В то время, когда я лежала в больнице в тяжелом состоянии после операции. А я ее создала. Но не в этом дело. И мы попросили экспертизы, чтобы они сделали, написали нам, что я не говорила этих слов. А они говорят, как мы вам можем дать экспертизу, если вы действительно не говорили. Мы говорим, но дело в том, что нам надо опровергнуть то, что ложь написала прокуратура в обвинительном акте. Они говорят, это проблемы прокуратуры, мы не можем вам написать того, чего вы не говорите. Смылись милиция, СБУ, прокурорские посмывались. Оставили меня одну на одну весь со всем городом. А теперь решили меня сделать виноватую. Мало того, что прокуратура хотела за месяц сделать мне пожизненное заключение. За месяц. Подделали быстренько документы, чтобы я их подписала. Да не на ту напали. 10 лет давления чего-то значит. Так надо было 2 года назад отрывать, когда мне давали эту судимость, которую вы мне хотели посадить. Почему мне не зауважили? Я 2 года сижу. А по Самченко 13 числа будет 4 года. 4 года будет. Посидим, если меня ни за что. Итак, у нас... прокуратура написала, обвинила меня в том, что я не предупредила никого о том, что... Так вот, у нас есть документы, сейчас Дима покажет. Я хочу сказать, что за 10 дней до захвата города Славянска я обратилась к Наливайченко, Авакову, Турчинову, Яценюку с просьбой прислать в город Славянск достаточное количество милиционеров для того, чтобы остановить ту ситуацию, которая есть. Но никто даже не обратил на это внимания. И через 2 дня захватили город Славянск. Более того, я хочу сказать, что на 2-й день захвата города Славянска Порошенко выступал и видел по телевизору вчера или позавчера в Славянске и говорил, что депутат Горловского горсовета снял план Российской Федерации создания Славянского исполкома. Так я хочу напомнить, что это я 13 апреля 2014 года, рискуя своей жизнью, сняла создание горисполкома флаг Российской Федерации. И есть свидетельские показания, то, что я это сделала. В этот же день, 13 апреля, я дала переговоры с группой Альфа, украинской группой Альфа, о освобождении города Славянска. И когда Стрелков узнал о этих моих действиях, он договорился с работниками Донецкого СБУ, и на меня завели уголовное дело. Тот человек, который завел уголовное дело, он сейчас работает в службе безопасности ДНР. Это что, детский сад? Или это угрозы? Так я вам скажу, у нас в СИЗО сидят столько сепаратистов, которые муж бухой, извините, жена ему надоела. Он сказал, что жена общается в Донецке с кем-то, с каким-то братом. И ей дали 8 лет. Там девочка, которая тоже сидела рядом со мной. Я вам скажу, что сегодня то, что делает прокуратура, сегодня сидят не те, кто виновны, а сидят сегодня те, кто не хотят договариваться с прокуратурой, с СБУ, с милицией. Значит, вы понимаете, что мы ждали, что прокуратура докажет какую-то виновность. Мы понимали, видим, что ничего нет. Мы сами стали доказывать свою же невиновность. Хотя прокуратура должна доказать нашу виновность. Хотя они настолько импотенты в этом деле, мы решили сами этим заняться.